Расстроившись, нас стряхивает круто, и мы спокойствие теряем нить, и резко, сгоряча, грубим кому-то, так просто, чтобы нагрубить. Мы с легкостью любимых обижаем, лишь потому что настроение ноль, и так выходит, что не замечая, мучительную причиняем боль. Слова, как воробьи, их не поймаешь, а ранит точно сердце туча стрел. И если что-то ты сказать решаешь, подумай, чтобы завтра не жалел. Ведь брошенное, не подумав слова, однажды сделать может много бед, и от такой непрошенной обиды в душе останется глубокий след. Конечно, время постепенно лечит, плохое помогай нам забыть, но чтоб друг другу души не калечить, подумай, прежде чем заговорить.